Ребята, дорогие, всем привет! Сегодня у нас пустые баночки, очень большие, может быть, поделю на несколько частей, еще пока не знаю. Так, смотрите, значит, мы с вами договорились в прошлом видео, и вам это понравилось, вы вроде бы меня поддержали, что я буду снимать подробнее только те пустышки, которые у меня впервые, да, на канале, как пустые баночки. Поэтому поехали. Это не впервые, но ее давно не было. Доброген Актив, 30 порций, артикул 157-29, так как все мы недавно у мануального терапевта вправляли спину, теперь мы пьем с утра Доброген. Вкусный, приятный такой малиновый вкус. Почему? Потому что он нам прописал пить глюкозамин, доброгения, глюкозамин есть, и таким образом получается, что мы можем заменить, да, из аптеки продукт, заменить этим продуктом, да, вот вы видите, глюкозаминосульфат есть в составе. На самом деле пить его вообще легко и просто, он идет, его нужно пить на голодный желудок, 2 чайные ложки без горки, концентрата смешать со 100 мл воды, молока, кефира, йогурта или сока, и при использовании молока, кефира или сока пищевая энергетическая ценность увеличивается, ну это ничего страшного. Далее, женская клубничная скульпта, так как она часто у меня мелькает в обзорах, артикул 157.13, хочу про нее сказать, то что я была на прямом эфире с Александром Эдигером, так как это спортивное питание, и мне сказали, что если ты хочешь реально похудеть, а не нарастить мышечную массу, то тебе нужен обычный коктейль Wellness, и я перешла на обычный коктейль Wellness на ночь, да, после спорта я ничего не ем, я только пью коктейль Wellness, вот, и поэтому у нас получилось с мужем, вот мы выпили 3 упаковочки, ванилька, клубничка, моя любимая. Клубничка, получается, артикул 156-51, вот парочку выпили, и ванилька 156-50. Очень вкусная, классная. Их можно смешивать между собой, например, клубника-шоколад, клубника-ваниль, смородина-ваниль и так далее, да, там очень много различных вкусов, и у супов точно такое же качество. А далее, как обычно, гора шоколадок, я даже артикулы их называть не буду, потому что они у меня в каждом пустом обзоре, поэтому просто вам показываю, что едим, едим и немало едим. Стевия, как обычно, закончилась, да, упаковочка со стевией. Такой вот она идет упаковочке. Артикул получается 156-77, это сахарозаменитель. Далее, травяной чай иммунити и травяной чай чистота и легкость тела. Очень редко они у меня бывают в пустышках. Ну, что могу сказать, вкусно, классно, мне нравятся такие травяные чаи. Пью всегда, пью везде. Почему? Потому что, ну, нужно это нам. Нам с вами это нужно, и зашлаковывать легко, а потом избавляться от проблем очень сложно. Как обычно, чаи, как обычно, каши с яблоком, фундуком и с тыквой, семенами льна, гречневая и мультизлаковая. Как обычно, это вообще целая куча. Салфетки для интимной гигиены. Кстати, у них обалденный аромат. Очень-очень люблю этот аромат. 26.07. Большие салфетки. И салфетки от пятен. Получается новая формула, улучшенная. Также влажные салфеточки дезодорирующие, влажно-гигиенические салфеточки, коралловый кальций, как вы помните, да, на постоянной основе. Каждый раз мы его принимаем. Артикул 153.92, он идет для кондиционирования, да, для кондиционирования воды. Вот, тут немножечко поприбирались, шкафчики попротирали и так далее. Артикул 115.50, антибактериальные салфеточки. Далее, конечно же, наши женские гигиенические прокладки. На самом деле их больше закончилось, но вот так получилось, что мы эти прокладки, ну, иногда бывает, просто выкидываем ведро, забываемся, да, ночные и дневные. Дальше, значит, получается, что у нас еще закончилось. Вот люди некоторые говорят, ух, я не знаю, что заказать, у меня все есть. У меня вот вечно ничего нет, может, потому что я в магазин не хожу. Куча батончиков вкусных, классных, без сахара, очень-очень полезных. Далее, вот хотела еще оставить свой отзыв об эластичных лентах для фитнеса. Я думаю, вы все видели видео, которое я снимала, когда с ними занималась, пара частей, очень понравились. Бирюзовая 6,5 кг, лента желтая 9 кг, серая 11 кг. Коробочку выкидываем, ленты суперские, просто суперские, они не щипают кожу. Вот эта пустышка впервые у меня на канале, то есть все оставили, занимаемся, коробочку выкидываем. Прям хотела вам про них рассказать. Зубная паста, такой, к сожалению, больше нет на складе. Далее, смотрите, ох, все раскидываем.
кидала, да, витамины. Вот таких тоже уже нет на складе. Это мы запасники допиваем. Секреты Востока, омега-3,6,9. Очень много пьем всей семьей. В составе 7 человек. Вика тоже пьет омегу. Вот это вот детям нельзя, но это мощный иммуномодулятор, который должен подходить взрослым. Далее, гель скраб скатка. На постоянной основе у меня во всех пустых баночках, очень ее люблю. 0,851 артикул. И вот такая пустая баночка, 100 лет у меня ее не было, я ей очень хорошо пользовалась. Но потом появилось очень много различных средств, да, в компании Faberlic, и я с огромным удовольствием перешла тестировать их и про это дело забыла. Но маме это средство до такой степени понравилось. Вот видите, я подписала, что после мицеллярки, нет, это мамин почерк, да, после мицеллярной воды мы протираемся еще вот таким. Очень классное молочко, то есть трехслойное очищение получается: мицеллярка, молочко, потом тоник. Артикул 0329. Чем он хорош, да, чем он хорош? У него в составе аллантоин, который увеличивает содержание воды в межклеточном матриксе и создает ощущение гладкости кожи. Потом, значит, пантенол, который обладает заживляющим, увлажняющим и разглаживающим действием. Это молочко не удаляет стойкий макияж, и оно идет без СЛС, минерального масла, синтетических красителей, сырья животного происхождения и так далее. Вещь классная, обратите на нее внимание, если у вас нежная чувствительная кожа, мне кажется, оно вам очень-очень подойдет. Далее, с мамой мы пользуемся такими вот тониками, их много заканчивается, я тут один поставила, чтобы не забыть сказать, что я им пользуюсь до сих пор, артикул 0779. И новиночка, маска-бальзам. Серебиомик, это новая новиночка, да, я не знаю, есть ли там хоть что-нибудь, вот, да, есть немножечко такая вот она светленькая, обычная масочка, наносится на волосы легко. Она, значит, создана для того, чтобы бережно восстанавливать волосы и поддерживать микробиом кожи здоровыми. Да, то есть натуральный пребиотик помогает вернуть здоровый баланс, иммунитет кожи. Ну, что можно сказать? Во-первых, тут 100 мл, она у меня закончилась буквально раз за 3-4-5, ну, 5-то точно. 3, конечно, я мало сказала. Вот. Кончики она абсолютно не восстанавливает. То есть это маска на кожу головы. То есть на кончики вы наносите другую маску, которая будет работать. Она на кончиках вообще не работает. Вот. Артикул 1275. Что еще про нее сказать? За 5 раз сложно понять, восстановила ли она какой-то микробиом кожи и так далее. В общем, я не поняла эту маску. Аромат у нее практически никакой. Это хорошо, да, когда сильно много продукции пахучей, это, конечно, очень сложно для нас с вами, да, вот носу, вот тут как бы здорово. Далее, мама из расхода, видите, где подписано, это я ей подписываю, дневной крем, он не дневной, но он просто идет как увлажнение, артикул 2587, ей понравилось, все здорово, классно, в составе идет ланолин, уникальный природный воск, получаемый из шерсти овец, бережно заботится о коже, усиливая ее защитный барьер. Вот, и кожа просто становится глубоко увлажненная. В общем, она прошла курс таким кремчиком. Он, правда, легкий, классный, не скатывается. Запах у него такой нежненький, приятный. В общем, отличный крем. Я считаю, что кремы нужно менять. То есть линейку прошли, взяли другой крем, да, линейку прошли, взяли другой крем, потому что одним и тем же кремом с одними и те же питательными веществами, я считаю, что не будет такой пользы, если мы будем менять. А далее, малофтелин, в большей степени, конечно, мы пользуемся, если у нас скачили какие-то болячки, какие-то прыщики у Вики вскакивают, да, какое-то раздражение, аллергия и так далее, все малофтелин нам помогает, но на самом деле его можно проходить курсом, как обычный крем, который получается, он идет за кожей лица и тела, предохраняет кожу от потери влаги, повышает жизнеспособность клеток, активизирует обменные процессы в глубоких слоях кожи, и при регулярном применении он предотвращает увядание и повышает упругость и эластичность кожи. Я, конечно, из-за того, что у нас в компании Faberlic и так много, это крем Денос, про него ходят легенды, слухи, он действительно классный, крутой. Вот недавно у нас, ребят, появилась новая няня у Вики, воспитатель новый. Предыдущая няня ушла, потому что хочет дальше расти, работать, развиваться, и планирует и декрет, и переезжать жить в Питер, ну, потому что ей 23 года, да, то есть девчонка молодая, ей 23
23 года, поэтому я считаю, что да, конечно, вот. И сейчас пришел к нам другой навстречу воспитатель, когда она увидела у меня этот малофтелин на полке, она говорит, боже мой, я ни в одной аптеке не могла его найти, мне его порекомендовали, а я его найти не могла. Вот представляете, как круто, представляете, как классно. И я говорю, да что ты, он у нас есть, давай, сколько штук тебе надо, я тебе закажу. Вот, я и заказала. Вот, в общем, крем отличный, от укусов комаров, от всего он подходит. Маска, она еще идет в картонной упаковке, помимо вот этой стеклянной упаковочки. Эта маска идет 40+, с артикулом 0744, глиняная, классная. Очень у нее такой... глиняный, приятный, сладковатый аромат. Да, это я ее полностью тут израсходовала. Мама уезжала жить в деревню свою. А дальше кислородный бальзам. Я его вам показывала во время ухода, что он у меня закончился. Он закончился прямо у вас на глазах, поэтому долго о нем ничего говорить не буду. Кто смотрит все мои ролики, вам будет скучно. Так, вот абсолютная новинка. Сыворотка для лица. Серум. Называется артикул 1308. Она идет как инновационная сыворотка, стимулирует выработку коллагена, регулирует плотность кожи, выравнивает рельеф, придает сияние и выравнивает тон. Причем тон она выравнивает и рельеф не очень круто, но мгновенно заметно. То есть не идеально, прям раз вам там, допустим, 60 лет, раз вам 15. Нет, конечно, такого эффекта нету, но день за днем лицо становится все лучше и лучше и лучше, и она мне действительно понравилась. А Биогло, вот эта новая сыворотка, я помню, заказала еще и еще. Какие у нее недостатки? У нее очень яркий аромат, прямо такой, знаете, какими-то абрикосами, что ли, кислыми, или персиком, или грейпфрутом, по-моему. Да, что-то цитрусовое. В общем, очень яркий аромат. Кто не любит яркие ароматы, не берите. Но на самом деле классная. Она действительно классная. Я ее наносила на декольте, на все лицо, на лоб и так далее. Буквально неделя она у меня закончилась. Потому что я не экономлю средства. И чтобы мне вообще протестировать, как оно нужно, да, я от груди до лба наношу. И сами понимаете, какой вот это вот, как много надо всего. Далее, вот этим кремчиком, помните, да, я его брала по распродаже. Он у меня абсолютно закончился. Нам с мамой массажист сделала массаж. Отличный крем, отлично все скользит, отлично все прям великолепно и здорово. Нам понравилось, мы открыли его новые свойства. Да, это тающее молочко для лица, рук и тела. И за счет того, что оно увлажняет, оно реально хорошо скользит, здорово скользит. Нам понравилось. Вот прям за 10 дней пару упаковок на двоих мы с ней израсходовали. Вот, это абсолютная новинка в моих пустышках. Это очищающий мусс для лица с энзимами. Значит, мусс такой... такой, знаете, ребят, ого-го. Когда я им умывалась, у меня очень сильно после него стягивало лицо, поэтому, скорее всего, это не мое, и больше я его не буду заказывать. Он очень хорошо чистит лицо, лицо аж прямо скрипит. Артикул 12.19. Что такое энзимы, да? То есть это ежедневное очищение, легкий пилинг и обновление кожи. То есть вы умылись, например, пенкой для умывания, и потом второй слой вот с этими энзимами умываетесь. То есть это получается легкий пилинг, нежная кремовая пена, она действительно нежная, мягко очищает, удаляет старые клетки с поверхности кожи, делая ее нежной и шелковистой. То есть это не раз в неделю умыться, это надо умываться каждый раз. Она такая вот, да, такая вот пеночка. Ну тут вроде бы нет уже ничего, но хорошо, что хоть что-то осталось, да. Я вам хотя бы могу показать. Абсолютно без какого-либо запаха вроде бы есть что-то сладенькое, не, да, то есть и что она делает? Делает нежной, шелковистой, освежает, выравнивает цвет лица, да, избавляется от старых клеток, да, действительно, но очень сильно стягивает прямо лицо, мне не понравилось это ощущение. Значит, способ применения: нужно нанести небольшое количество средств на влажную кожу лица, исключая область вокруг глаз, то есть этим средством нельзя смывать косметику, помассировать 2-3 минуты и смыть теплой водой. Угу. То есть, ну, таким вот образом. Так-то оно хорошо работает, но я его под конец уже начала массировать свое лицо не 2-3 минуты, как написано, а быстренько нанесла, погладила буквально минуту, и все, я его смываю, потому что слишком оно для меня мощное, и тратилось оно у меня, ой, ребят, как бы не соврать, ну, полгода, наверное, точно. Прямо вот долго, понимаете, долго. Так, гель-скраб-маска из старой серии, артикул 0882.
2-3 в одном. Для очищения новая N4W, она лучше. N4W я ее еще называю. Так, вот это гель-трансформер. Делаю с ним массаж на лицо. Отлично, ребят, просто отлично. Артикул 0875. Очень понравилось. Он идет легкий гель с невесомой текстурой, трансформером. И прикосновение с кожей превращается в воду, которая мгновенно освежит и щедро увлажнит кожу. Восстанавливаю ее водный баланс. Я ж, наверное, помолодела. Мы делали 10 дней подряд с мамой. И у нас вот за 10 дней вот такой тюбик ушел, да? То есть декольте, шея и, конечно же, чрезмерное его употребление, потому что, ну, массаж, он впитывается хорошо, быстро, его надо потолще наносить, чтобы ручки по лицу скользили. Просто великолепно, просто вот очень понравилось, и причем лицо так преобразилось хорошо, само качество кожи, да, лицо, понятно, после 10-дневного массажа антивозрастного, понятно, оно станет лучше выглядеть, это факт, я часто делаю массажи, да, курсами, но вот тут само состояние кожи, когда вот этот крем втирают и втирают и втирают, оно мне прям очень даже понравилось. Кожа такая напитанная, увлажненная изнутри, цвет лица свежий. Очень хорошо подействовала, да, никакие ни поры, ничего не увеличиваются. В общем, как будто и пигментация куда-то делась, хотя там это не заявлено. В общем, отлично. Так, мамина любимая серия Матридженик. Она идет 60+, маме скоро 63 года. Это ночной крем, компресс каскадного действия, артикул 0759, просто отлично все подтягивает, активирует именно треугольник красоты, да, вот эти брыльки, шейку, подбородочек, именно подтягивает, все растягивает, разглаживает. Заказываю ей эту линеечку уже, наверное, раз третий, она просто в восторге от нее. Дальше, бальзам «Зима». Я не могу сказать, что я от него в восторге. Есть бальзамы лучше в компании Faberlic. Вот до этого какой бальзам «Зима» был, так вот с этим не сравнится, ребят. Дальше, значит, концентрат для лица Age Power, пептидный комплекс. Это наносила мама. Его нужно наносить 30 дней, чтобы увидеть хороший результат. Но он и сразу разглаживает в течение 6 часов. Понятно, что это на следующий день все возвращается. Он опять разглаживает, возвращается, разглаживает. То есть он таким образом, по-русски говоря, работает. И в итоге как-то лицо, да, свежее, моложе становится. Да, действительно, это факт. Я такую тушь даже не помню. Я не помню, что про нее сказать. Мама сказала, нормальная тушь, и скрасила, уже практически ничего не осталось. Говорит, понравилась ей щеточка, что она такая, знаете, тверденькая, маленькая, говорит, но у нее ресниц практически нет, у нее сахарный диабет, и она их еще сколько-то наращивала, и почему-то сыворотка для роста ресниц, сейчас я вам ее даже достану, покажу, вот такая вот сыворотка для роста ресниц, которая мне очень сильно подошла, с артикулом 1124, это еще не пустая баночка, ей не подошла, у нее щиплет глаза с нее. У меня вообще нисколько ничего не щиплет. Я ей могу по 2-3 раза в день наносить. Там, ну, вспомню, положу себе у компьютера. Работаю, нанесу, работаю, вообще отлично. А маме щиплет глаза. Вот, поэтому у нее что-то с ресничками все меньше и меньше. И я ей сказала, тогда не наращивай. Тогда давай кремами активно пользоваться, чтобы, ну, хотя бы что-то было. Далее, чтобы было какое-то восстановление. Не знаю, что за подводка, ребят, но вот написано прям Faberlic. Я такое не помню, если честно. Я помню, что я ее заказывала, маме давала, но как она в действии, я... Ух ты, еще и перепутала, да? Как она в действии, я сейчас не запомню, да? Обычная черная, она у нее закончилась, она ей уже перестала краситься, забрала наши новые подводочки. Так, мицеллярная водичка для снятия макияжа, как обычно, моя любимка. Чем она мне нравится? Да всем, кроме запаха. Запах не очень такой, я не люблю запах красного винограда. Детский крем, 5 штук. Израсходовали. Что-то новенькое, да? Давно у меня его не было в пустых баночках. Да у меня его вообще практически никогда не было в пустых баночках. Вот, хотя это не новинка, но он у меня практически впервые в этом году и в прошлом году, по-моему, он был, да, последний раз. Делали с ним массаж Викоси. 10 дней подряд вот делали с ним массаж. Артикул 1645. Нормальный детский крем. Отличный. Вот, суперские, никаких нареканий нет. Далее мы с мамой, так как занимаемся активным спортом, мазали на себя все,
что только не придется. Значит, во-первых, восстанавливающий крем против растяжек. Это я пользовалась, понравился, но быстро заканчивается, особенно если вы проскрабируете свое тело, вам его буквально на 3 раза хватит. Вот это факт. А 75 мл, артикул 12-16. Ну, я не знаю, зачем делать такой маленький крем для тела, вот прям такой. Дальше. Хотя эффект великолепнейший, запах не очень приятный, но вот у этого крема от растяжек просто великолепнейший эффект. Действительно, кожа преображается, рекомендую, попробуйте. Попробуйте, у кого вот есть какие-то места, которые нужно подтянуть. Например, вы похудели, обвис животик, вместе с ним кожа. Что с этим делать? Вот вам крем от растяжек. Он не только предотвращает появление растяжек, да, например, там у беременных девушек, да, а он еще и не допускает их при похудении и подтягивает кожу при похудении. Поэтому я его буду еще и еще заказывать, но он не дешевый и очень маленький объем. Но он действительно хорошо работает. Это не масс-маркет. Вот этот крем, он абсолютно не масс-маркет. Дальше. Это мой активный моделирующий крем для тела с охлаждающим эффектом. Что я делаю? Конечно же, мне лень им пользоваться. Все, мне лень. Мне бы кто-то что-то сделал. Но тут получилась такая ситуация, что девушка, которая нам делала массаж, она временно не могла делать массаж. И я взяла наш роликовый массажер, который втыкается в розетку, да, беленький такой, надевается на руки, и наносила по часовой стрелке вот этот активный моделирующий крем. И вы знаете, живот реально очень хорошо убрался. Я массировала минут по 20 каждый день, наносила и массировала. Эффект великолепнейший. Артикул 12-38, поэтому рекомендую. Он действительно охлаждает мерзлячки, будьте с ним осторожнее. На все тело не наносите, а то вам будет просто не по себе. Далее, антицеллюлитный крем Скульптор. Программа «Идеальное тело». Это мамина пустышка. Он, наоборот, горит. Кожа краснеет. Появляется такая ярко выраженная гиперемия. Да, прям покраснение на коже. Артикул 10-80. Он запускает процесс расщепления жировой ткани, стимулирует дренаж. В общем, маме понравилось. Но смотрите, у нее вроде бы как подубрался животик, но у нее и подубрался горб. Да, то есть у нее был сколиоз, и не то чтобы там горб, прям горбатый горб такой, да, у нее был, а я видела у нее искривление, и то, что она не могла свести лопатки, например, для нее свести лопатки, это было нереально. И когда она начала заниматься спортом, она начала сводить лопатки, и понятно, что из-за того, что она выпрямилась, живот ушел, это понятно. Вот, поэтому тут вот палка двух концов, не могу точно сказать. Далее. Ультрапитательные масочки для волос очень понравились моей Катюшке. Штука за штукой она их прям расходовала. 0,962. Не помню, были ли они у меня хоть раз в пустышках, но просто вещь огонь. И я ей тоже пользовалась пару раз, но то, что поставлено в ванну, это все общее у нас считается. И поэтому уже мне досталось пару раз только. Далее, вот такой вот закончился тоже впервые в пустышках. Сыворотка концентрированная, восстанавливающая для блондинок, но она, в принципе, для всех. Очень интересная вообще сыворотка. Мало того, что она восстанавливающая для осветленных волос, действительно, волосики такие рассыпчатые, хорошенькие, классные, она их не утяжеляет, ничего. То есть, можно после нее сразу делать прическу. Ну, вот я ее, допустим, когда наношу на руку, да, таким вот образом, ну, сейчас, понятно, ее тут очень мало, да, то есть, она такая вот разносится и ничего не остается. У нее очень такой приятный сладкий аромат, который идет со всей, в принципе, линеечкой, да, вот этой вот Blonde Icon. А самое интересное в ней, когда вы ее наносите, да, ну, мне на мою голову надо 10 нажатий. Да, 10 нажатий, ну, ее хватает буквально недели, может, на 2-3, да, и сразу же волосы начинают под этой сывороткой скрипеть, понимаете, не то чтобы вот как вот сыворотки, да, идут, вы нанесли, и вы чувствуете увлажнение, еще что-то, а эта сыворотка, она ухаживает абсолютно по-другому и более приятно, чем все остальные сыворотки, она мне больше всех вот очень понравилась. Сразу же вот вы нанесли, по ручкам разнесли, начали наносить на волосы, да, и вы чувствуете прям скрип, 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 потому что она вот
как-то по-другому, да, во что-то она такое превращается, какую-то водяную эмульсию, которая абсолютно по-другому за волосами ухаживает. Так, 100 лет не было у меня этого в пустышках. Артикул 0222. Средство нравится, отличное. Это сыворотка антистресс. Я ее использую перед макияжем. Также ее же можно использовать, потому что она выводит из организма, с кожи лица активные радикалы, сибум и так далее. Вот. Нет, сибум нет. Да? То есть и получается, улучшает цвет лица, все такое прочее, незаменимо для жительниц именно мегаполиса. Отличная сыворотка. Приятный такой аромат, не бьющий в нос, что-то такое еле уловимое, кисленькое, наверное, даже, да. То есть тут такая вот пипеточка удобненькая, да. То есть она идет как, знаете, такая прям водичка. Вот она, видите, вот она побежала, потекла. Такая склизковатая, еле-еле склизковатая водичка. Вот как я ее охарактеризую. Отличная вещь, но она у меня стала меньше тратиться, потому что у нас вышли праймеры, вот это все. И, понимаете, как-то я больше перешла, может быть, даже на праймеры, потому что, ну, не получается у меня и то, и другое, и третье, и пятое, и десятое. Ну, как это все сочетать, да? То есть 85 слоев на кожу не нанесешь, лицо тоже можно испортить. Поэтому я пока сижу на праймерах, тестирую праймеры, и из-за этого я не показываю вам пока праймеры в пустышках, потому что я еще вот эту вот расходую. Ну, она, конечно, мне нравится. У меня еще блер, 3 упаковки стоит, крем-блер. Вот, поэтому его-то тоже нужно, его-то тоже нужно. Вот, ну что ж, мои дорогие, это были пустышки, часть первая. Не буду много у вас времени отнимать на пустышки. В общем, рассказала все, что хотела. Вроде бы все великолепно. Всем пока-пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии. С вами была Кононова Аня и проект Фаберлик Онлайн.